Привет, ребят! С вами Слава, вы на канале Тики-Тики Кидс. И мы продолжаем наше путешествие. Ха-ха! Мы уже отдохнули, посидели, попили чай. Ребят, а теперь идем дальше. Ребят, хотите я вам покажу беременную кошку? Покажи, а где ты нашла беременную очень кошку? Очень сильно болит живот, я не понимаю. Вот она. Маленькая кися. Она не маленькая, она беременная. А с чего ты взяла, что она беременная? Уже я увидела у нее сиська, а потом она лягла. Ну, потому что, это просто девочка, наверное, поэтому у нее и сиси. Но я не думаю, что она беременная. А я думаю. Такая серьезная кошка какая-то, вообще не реагирует. Просто спит. Не хочет дружить с нашей Hello Kitty, да? Ребята, сейчас мы идем в древний город Хераполис. Догнала. Пойдем, пойдем. Вот мы уже и зашли в этот древний город. Идем смотреть на развалины. Ярослава убежала бегать по развалинам. Бегаешь, то я за тобой и не успеваю. Да? Смотри, какая красота впереди. Давай проходи, посмотрим, какой здесь вид. Ой, только аккуратно, Ярослава, я боюсь, близко сильно не подходи, чтобы я не переживала. Стой пока, стой. Да, смотри, какая красота, где мы находимся. Отсюда видно весь город. Мы спустились пониже. Дальше мы уже не пойдем, потому что вход запрещен. Посмотрим отсюда на древний город. Вот это не древний город, это древний театр. Да, сейчас мы находимся в древнем театре, правильно, Ярослава. Тебе нравится здесь? Да, видно клетки. Там закрыто, Ярослава. Это вход в пещеру, наверное, я не знаю. Там закрыто, туда нельзя идти. Если честно, мне немного даже страшновато здесь находиться. Мы так посмотрим свысока на этот старый древний город. Не бойся, мама. Все будет хорошо. Потом пойдем дальше путешествовать. Все будет хорошо, не бойся. Спасибо. Там же никого нет. Смотри, древний город.
Смотрите, какой новый. Сейчас он не такой. Мы его же раскопали, Ярослава. Да. Ты знаешь, что этот город раскопал? Ребята, я как будто попала. Это правда. Кто это, Ярослава? Мы нашли черепашку. Она лапками шевелит. Она боится. Боится. А ну погладь ее по панцирю. Боится она? Боится. Я думаю, боится. Аккуратненько переноси, оставляй ее здесь и пойдем. Она пусть ползет домой. Тебе. Да, давай ее оставим, пусть она ползет домой. Нет, вот нет дома, я принесла свою. А, ты думаешь, что она здесь живет? Ну хорошо, а мы пойдем дальше гулять. В панцире. Доча, в какую ты игру играешь? А, Sonic Boom. В Sonic Boom играешь? Ну, поиграй тогда немножко и пойдем дальше гулять. Дочечка устала, папа несет ее на плечах. Бабочку! У нас есть свой личный транспорт, да, дочь? Пойдем, пойдем вперед, там тоже очень много воды. Давай будем опускаться. Не спеши только. Просто красотища. Мы никак не можем налюбоваться. Не хватает даже слов, чтобы передать все эти эмоции и всю эту красоту. Будем опускаться вниз, потому что мы уже очень устали. Пойдем отдыхать.